А кто у нас пойдет к доске? А? Смотри, притихли, а все? А к доске у нас пойдет, совершенно верно, Маменко Игорь. Где у нас Маменко? Только что был здесь. Не прячься, Маменко. Уроки выучил? Ну что ты молчишь? Что ты молчишь, а? На тебя весь класс смотрит. Уроки выучил? Ты же в прошлый раз при всех обещал выучить от А до Я. Как это так, от А до Я? Ну так ты сказал. Выучу от А до Я. Ну, пожалуйста. Да, ну, давай. Значит, А. Так. Б. В. Г. Д. Е. Ж. Стоп! Ж. Я вот тебе покажу Ж. Лучше не надо. Что ты нам алфавит-то рассказываешь? Мы алфавит в первом классе изучали, а ты уже в восьмом. В шестом. Как в шестом? Ты же в прошлом году был в седьмом. Перевели за пропуск. Вот это правильно сделали. Вот правильно сделали, что перевели. Не будешь уроки пропускать. Да я после урока пропускал. С батей по 150. Директор узнала и перевела. О, а кто директор? Регина, кто же еще? Регина у тебя директор? Она у всех директор. Да, пожалуй, точно. Вот скажи, пожалуйста, при всем классе у тебя есть какое-нибудь хобби? Почему ты молчишь? Хобби такое, молчать люблю. Ладно, проверим твою готовность к ЕГЭ. А что такое ЕГЭ? Посмотрите на него, он даже не знает, что такое ЕГЭ. Вся страна по уши в ЕГЭ. ЕГЭ – это единый Г. Понятно. Так, не отвлекай меня. Значит, начнем с геометрии. Ты теорему Пифагора знаешь? Да я и Пифагора-то не знаю. Пифагора и я не знаю. А вот теорему доказать могу. Да не надо, я вам и так верю. Мое терпение лопнуло. Завтра приходи с отцом. Лучше послезавтра и без отца. Ладно, объясни, почему у тебя вот по всем предметам, кроме географии, двойки? По географии меня еще не спрашивали. Значит, сейчас мы тебя спросим по географии. Сколько всего китайцев проживает на Земле? 1 миллиард 300 миллионов 78 человек. А откуда такая точность? 1 миллиард 300 миллионов в Китае и 78 у меня в подъезде. Посчитал ты, значит, да? Посчитал что ты? Я каждый день вижу. С матрасами ходит. А сколько у вас в классе отличников, ты посчитал? Тоже посчитал. Не считая меня, 4. Ты что, издеваешься, а? Ты что, отличник, что ли? Я же говорю, не считая меня. Давай-ка по физике мы поговорим с тобой. Простой вопрос, но вот вообще элементарный вопрос. Чем молния отличается от электричества? Тут все просто, за молнию платить не надо. Нет, с тобой бесполезно, слушай. С тобой бесполезно. Ты вообще хоть какой-нибудь предмет любишь? Пиво люблю. Где твой дневник? Дроботенко взял родителей попугать. Вот класс, а! Вот класс у вас! Какие иностранные слова ты знаешь? Да ты что? Да я тебя за такие слова из школы выгоню! Я при чем? Я вам говорю, что... Физру говорил завучу? Да я и физрука за такие слова вместе с тобой из школы. Я говорю, завуч говорил физруку. Завуч? Да я и завуч. А что, хорошие слова, нормально, правильно говорил. Вообще не слушай, о чем взрослые разговаривают. До, у, о, и, сряк,
Инглис х. А, do you speak English? Yes, of course, my teacher. I'm very good speak English. Чего? Да не важно, дальше что у вас. Ну, Ломенко. Так, переходим к истории. Ну что, была история у нас тут. Вот, рассказывай. Хоть Витькин что, батя домой пришел пьяный. Витькин. Так. Витьку же не знаете. Да. Вот, домой пришел пьяный. Все, говорит, выгнали за пьянку с работы. Все. Витька говорит, что, папа, теперь ты будешь меньше пить? Он говорит, нет, Витька, теперь ты будешь меньше жрать. Ломенко, ты что, издеваешься над всем классом? А ты вообще кем растешь? А ты понимаешь, что ты клоуном растешь? На тобой вон люди смеются. Да? Смеются люди? Вот, даже похлопать могут тебе. Таким ты клоуном растешь. Это же позор на всю жизнь. Я говорю про предмет история. Ты хоть какого-нибудь исторического персонажа знаешь? Ну ты хоть что-нибудь знаешь, например, про Чапаева? Ну, про Чапаева я много знаю. О, давай расскажи про Чапаева. О, это тут только выбирай. Ну, допустим, Чапаев и Петька приезжают в Англию. Заходят в паб попить пиво. Паб – это клуб, бар. Так. Зашли, и вдруг кто-то толкнул Василия Ивановича, тот встал, и ему так в челюсть бам, тот упал, встал и кидает перчатку на землю. Так. Он как бы вызывает ее на дуэль, так кидает перчатку. Петька подходит, говорит ему на ухо, Василий Иванович, дай ему еще раз дюндель, может, он пиджачок скинет? Ты что, издеваешься, Чапаев? Это же... Ты кто думаешь такой Чапаев вообще, а? Кто? А? Кто? Ну, анекдоты. Какие анекдоты, Маменко? Чапаев, это герой гражданской войны. Он же с белыми воевал. С белыми воевал? Да, он же... Ну что, негр, что ли? Какой негр? Ну, этот, который говорил, с Новым годом пошел нафиг. Что? Ты кого нафиг послал? Да а? Это он, это не ты я. Ты красного руководителя нафиг послал? Да это негр. Да я тебе знаю, что сделаю сейчас. Я тебе...